права. Тебе не будет татуировок? Да, ну, что хочет, можно делать. Давай, дай-ка. Ой, что такое хорватский? Заболело что-то? Да, ну смотри. Браво, Костя! Да, Костя! Безусловно, многие футболисты получают дополнительные восстановительные дни. До сих пор еще не вся команда работает в общей группе, поэтому для нас эти матчи дополнительные явились достаточно тяжелым испытанием, потому что мы никогда в таком графике не играли. Но и повторюсь, три последних матча мы провели на очень тяжелом по качеству поля. Есть определенные сложности в подготовке к игре с Химками, но все-таки недельный цикл, я думаю, что позволит нам эти сложности решить. Готовы? Поехали, еще 3 минуты. Давай, simple pass. Один. Jump orange. Ну, я думаю, в эту неделю мы успеем отдохнуть, потому что 7 дней от прошлой игры игроки, которые играли больше время, у них были 2-3 восстановительные тренировки. Сейчас начали опять тренироваться группами. И я думаю, вообще будем подготовлены на 100% с Химки. Химки очень хорошая квалифицированная команда. Мы в прошлом году проиграли им дважды. И поэтому понимаем, как они играют, понимаем их игровую модель, но от этого задача наша не становится легче. Химки опытная команда. В прошлом году с Химки 2 раза проиграли, потеряли очки. И, конечно, надо очень хорошую подготовку делать для игры. Подготовиться чем лучше и постараться выиграть. Состояние его близко к оптимальному, поэтому есть вероятность, что он сыграет, есть вероятность, что, может быть, и не успеет все-таки подготовиться, потому что у него была скомканная предсезонная подготовка в связи с готовящимся переходом, плюс он пока еще не принял участие ни в одной официальной игре, но он достаточно близок к появлению на футбольном поле. Японское море.